Итак, друзья, я думаю, что очень многим нравится игра Portal 2. И они ее прошли, Portal 1 и Portal 2, и жалеют сейчас, переживают, почему нет продолжения. Так вот, друзья, я вам должен сказать, что в игре Portal есть такая штука, как, значит, камеры от сообщества. Вот они прямо, третья строчка сверху. Так вот, эта штука, друзья, выдает огромное, бесконечное количество камер. Соответственно, камеры по рейтингу. Вот, допустим, сыграть в одиночную камеру, значит, быстрая игра и с наивысшим рейтингом. Друзья, и вы знаете, что я вам хочу сказать? Здесь различные камеры с огромным количеством задач. Так вот, многие из них намного сложнее, чем в игре, чем в самой игре, и намного вы получите от них больше впечатлений положительных, чем от даже самой игры, от многих. Поэтому, друзья, проходите, пользуйтесь, не забывайте. И тут есть даже озвучка есть. То есть сейчас персонаж говорил, и смотрите, на каком уровне все сделано, на новом, другом, классном, отличном уровне. И, друзья, попробуйте, я уверен, что вам очень-очень понравится. Так что, друзья, их настолько много, настолько они все разные, настолько у них разные правила и все остальное, что просто, я не знаю, вас это удивит. Так что, друзья, вот такая вот новость. Отличная игра, развивающая логику и соображение. Всем пока, до свидания. I've just been notified that one of our test subjects may have angered the sentient cloud by beginning testing early. Now, as you all know, the cloud has banned all camera technology. It's getting its picture taken. So this will have to be on the honor system. Will whoever started testing early please go outside so they can be consumed by the cloud? Здесь написано, что следующий тест был разработан Нобелевскими лауреатами. Здесь не сказано, за что они получили премию, но точно не за иммунитет к нейротоксинам.
Поздравляю. Вы прошли это испытание, что доказывает неправоту людей. Они называли его невозможным, смертельным, жестоким. А один испытуемый даже набрался наглости назвать его сломанным.